Сегодня в Волгограде состоялся финал традиционных детско-юношеских соревнований «Колосок». Для участия в нем в наш регион съехались юные футболисты со всей страны. Такой престижный турнир регион принимает впервые. Матчи проходили на стадионе «Зенит». Все ребята – победители зональных турниров, юные спортсмены из десятков регионов. Волгоградскую область представляла команда «Вымпел» из Октябрьского района. Молодые футболисты показали свое мастерство. В упорной борьбе удалось определить победителя. Лучшая команда в войнах из Чеченской республики. Второе место заняли волгоградцы, на третьем – футболисты из Челябинска. Мы с гордостью принимаем такое мероприятие, на самом деле. Ко мне подходили парни и спрашивали, что правда, на этом поле разминались англичане. Да, на этом поле разминались англичане, и для них это было, ну, да, достаточно большой стимул. Ребята вкладываются, ну, так, как не вкладываются, наверное, уже взрослые, потому что играют от души и до последнего. Вот я вижу, как они бегают, гоняют мяч.